Не кормят бедного. В миске корма дофига. В другой миске молоко. Вчера мясика сожрали. Легкое. Чье-то вареное. Прогрыз пакет. Тот еще крыс. Уронил пакет, прогрыз пакет. И берет свое удовольствие. Как и что вообще? Тише. А в какой мне пакет потом этот пакет ложить? Чтобы оно как бы не просыпалось или типа того. А вообще, что за привычка такая жрать из пакета? В мисочку положишь что-нибудь, не жру. А вот если это что-нибудь положишь в пакетик целлофановый, то жру. Вот так же мясика жрал. Я его убирала, потому что он не дожрал в холодильничек. А потом доставала. Достаю в пакетике. Он в пакетике жрет, потом достанет, потом не ложит по всей кухне. Тиша, ты уже не подъемный. Вот я специально взяла фотик, чтобы это записать. Увидела, подошла к нему, не стала ругать. Он так типа увидел меня, говорю, жри, жри. И пошла за котиком. Я думала, правда, что он сбежит. А ему пофиг, да вообще. Только хвостом тут виляет. Репортаж как кот. В наглую разодрал пакет. Ну, лубак от конта. Люди увидели коридор Люли, кусочек коридора, еще до того, как Люля обозрела, еще до того, как наступило завтра, Люля обозрела, ну, завтра уже как бы наступило у людей, обозрела эту самую квартиру. Тише, тебе несовестно. Вот такой у нас кот. Как бы и не маленький. Тапки мои видно. Но удаленький. Я еще сижу, думаю, что за руки такие.